На базе авиационного звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России проходят целевые полеты над акваторией Уссурийского залива. Целью полетов является совместная со спасателями отработка эвакуации пострадавшего с водной поверхности. Задействован летный состав Хабаровского и Владивостокского поисково-спасательных отрядов. Сложность данных полетов заключается в основном это выдерживание места висения, так как нету характерных ориентиров, допустим, при висении на земле у нас есть конкретный характерный ориентир, ну, за которым мы зацепляемся. А тут нету характерных ориентиров, плюс водная гладь, она постоянно движется, и то есть постоянно идут смещения. Навык эвакуации людей с водной поверхности является базовым для работы спасателей и авиаторов. В реальной жизни он может быть использован, когда воздушное судно терпит крушение в море. Людям удается спастись, но добраться на катерах до пострадавших гораздо сложнее и дольше, чем если использовать вертолет Ми-8. Спасатель на борту вертолета встегивается в лебедку. Оператор, который находится также на борту вертолета, спускает спасателя вниз к пострадавшему. Спасатель обнаруживает пострадавшего, пристегивает его к лебедке, подает условный знак оператору, и они вместе поднимаются на борт вертолета. В ходе целевых полетов будут отработаны как дневные, так и ночные смены, поскольку чрезвычайная ситуация может случиться в любое время суток. Анна Дьякова, новости на Восьмом.